Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров – химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов. Этот газ образуется, в общем-то, при жизнедеятельности живых существ. Но, разумеется, на Венере сейчас такие условия, что, по крайней мере, та биологическая жизнь, о которой мы можем говорить на Земле, там существовать точно не может, в отличие от Марса. Но экстремальные какие-то виды живых существ, мы же говорим только о тех видах, которые мы привыкли видеть на Земле, они могут существовать каким-то образом и на Венере. Ожидается, что разобраться в химических процессах, идущих в венерианской атмосфере, поможет межпланетная станция Венера-Д, которая может быть запущена в космос в период с 2029 по 2031 год. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.